Дезе, в Кариока, ну и дальше Дзюба и Миники впереди. На флангах Магиди и Диньяр Белилединов. Эйден Магиди сказал перед этим матчем, что ему, в общем, все равно играть, где опасно. И Миники, гол! Эминики открывает счет. Это будет, возможно, самый быстрый гол чемпионата России вообще в его истории. Надо еще посчитать на часах стадиона 20:01. Но, конечно же, одной минуты не прошло с начала матча. Как стремительно все произошло. Но Эминики мощнейший форвард, которого защитник просто не успел даже заметить. Не то что сдержать. Шок какой-то на трибунах Алании. Там вообще даже не все успели подойти. И тут сразу же 0-1. Ну а спартаковцы, вот эти вот самые немногочисленные, даже фаер успели запалить. В общем, с самого начала у нас футбол в Кавказе веселый. Да, футбол, конечно, веселый, начиная с номера Гамбарова. Но я тебе скажу, что Спартаку, в принципе, быстрый успех.